Всем привет, меня зовут Митя Ефимов, я тренер по радости, амбассадор йоги смеха в России и еще первый чемпион мира по смеху. Сегодня хочу вам рассказать про смех и о том, как смех влияет на наш организм и, конечно же, о той методике, которой я занимаюсь и которую продвигаю в нашей стране, это йога смех. Нужно знать, что есть такая наука, гелотология, наука о смехе. Она зародилась в середине прошлого века, и ее основателем считается психотерапевт из Стэнфордского университета Уильям Фрай. Но популярность она получила благодаря Норману Казинсу. Я думаю, многие из вас читали эту удивительную историю, когда никому неизвестный писатель Норман Казинс заболел Бехтерева, заболевание Бехтерева. И врачи от него отказались, и он решил сам себе помочь. Потому что вычитал в одном из альманахов, что эндорфин, когда мы смеемся, вырабатывается эндорфин, эндорфин понижает уровень боли. А заболевание Бехтерева – это когда суставов нет, и кости начинают срастаться, и позвоночник начинает гнуться, и там адские боли. И он нанял сиделку, которая включала каждый день подряд ему кинокомедии, смешные шоу, он смеялся, и через несколько месяцев он удивил научную общественность, что вылечился от этого заболевания. Его назвали «человек, который рассмешил смерть». С тех пор очень многие ученые обратили внимание на то, что смех действительно, как он влияет на наш организм. И вот есть три направления сейчас в гелотологии. Это смехотерапия, то, как Норман Казинс, смотреть кинокомедии, читать смешные журналы, шутки и смеяться, и от этого получать пользу. Второе – это клоунада. Ну, я думаю, что многие из вас смотрели фильм «Целитель Адамс». Это история Хантера Адамса. Он до сих пор живет, жив, ныне здравствует. Это известный клоун. Он ввел клоунаду во многие больницы. И третье направление – это йога-смех. Йогу смеха придумал доктор Мадан Катария из Индии. Научно доказанный факт, который изменил все. Друзья, запомните, наш мозг не различает искусственный и естественный смех. В обоих случаях вырабатывается эндорфин, гормон радости. Если вы подумаете сейчас, вот сфокусируйтесь, подумайте, сколько раз в день вы смеетесь. Смех это примерно вот так. Сколько раз в день вы так делаете? Я выступаю очень много. И вот за то время, сколько я выступаю, в среднем я выявил, что русские люди в России смеются где-то 4-5, максимум 6 раз в день. В среднем. И средний смех человека – это всего 3 секунды, друзья. То есть мы смеемся, по сути, от 3 до 18 секунд в день. И подумайте вот над чем, что в сутках 86 тысяч 400 секунд. А мы счастливы и проявляем радость в смехе, а смех это главное яркое проявление счастья и радости, мы проявляем всего 18 секунд. А теперь подумайте, сколько раз в день вы переживаете, тревожитесь, раздражаетесь, боитесь, гневаетесь. Сколько раз в день грустите? Катастрофически больше. Все, что вы, какие мысли у вас в голове, то вы и трансформируйте в свою жизнь. Мы то, что мы думаем. И если большая часть ваших мыслей, подумайте над этим серьезно, она со знаком минус, то как вы собираетесь быть счастливыми? Один из самых главных навыков современного человека – это эмоциональный интеллект. Умение распознавать и управлять своими эмоциями. И вот умение трансформировать свои эмоции – делать, как мы называем, из лимона лимонад, это и есть то кунг-фу, которому я учу. Ну, это и есть йога-смех. Потому что главный принцип йоги-смеха – то, что мозг не различает искусственный и естественный смех. Немецкие ученые ставили эксперимент, они брали карандаш, вставляли испытуемым вот так, и они ходили с оскалом, да, и гормональный фон менялся. И вот поймите, что научно доказано, что гормоны радости долго не живут в организме. Они выветриваются там через несколько часов. А вот кортизол, гормон стресса, главный гормон стресса, печали, он держится годами. То есть обиду,
какие-то страхи, боли мы можем держать годами. И вот эти блоки внутренние, зажимы, именно от этого гормона, он понижает уровень иммунитета. Отсюда все многие психосоматические заболевания. Почему? Потому что девочки себя так не ведут. Потому что мальчики не плачут. Потому что смех без причины – признак дурачины. Потому что не смейся, плакать будешь. Счастье любит тишину и многое другое. У нас запрет на проявление эмоций. А эмоции, друзья, это энергия. Если эта энергия не высвобождается, то она что? Начинает вас разрушать. Большая часть вашей жизни должна быть наполнена радостью. Радость должна быть ключевой эмоцией. Вам домашнее задание – посмотреть мультик «Головоломка». Печалька нужна, она в итоге сплотила всю семью, но большую часть времени Райли жила в радости. И вот Мадан Катария придумал такую методику, в которой мы смеемся без шуток, без юмора, потому что очень часто шутки стали сарказмом, шутки стали черный юмор, а это нехороший смех, потому что это скрытый гнев. Любой сарказм – это скрытая агрессия. И он предложил смеяться без причины, просто от тела, как упражнение. Раз. И второе, он объединил игровые упражнения и состояние детскости. То есть мы практикуем состояние детскости. Но как научиться смеяться? Как научиться этой радости? В йоге смеха есть три составляющих, три цели. Первое – это здоровье. Второе – это счастье. Третье – это мир во всем мире. Три цели мы проповедуем. Первое – здоровье. Смех, прежде всего, это дыхательная гимнастика. Когда мы смеемся, смех очень, почему называется йога еще? Потому что смех похож на пранаяму. Мы делаем глубокий вдох и много частых-частых выдохов. Вдох и снова. Да, что происходит у нас? Циркуляция кислорода в организме. Выдох длиннее, чем вдох. Вы немножко делаете под вдох, все остальное выходит из вас. Застоявшийся воздух у нас 4,5 литров легких. 4,5. В обычной жизни мы пользуемся только одним. Грудью дышим. Здесь... От того, что толчки идут, диафрагма сжимается, весь накопившийся углекислый газ выходит, на его место приходит кислород. Кроме этого, эти толчки развивают жизненную емкость легких. Диафрагма работает активно, выходит мокрота из легких. Кстати, йога смеха сегодня является лучшим, на мой взгляд, лучшая методика по реабилитации ковида. Почему? Потому что, во-первых, она развивает легкие, да, мы активно дышим, дыхание. Во-вторых, выходит мокрота из легких. Третье, циркуляция кислорода в организме. И четвертое, самое важное, у 99% людей, переболевших ковидом, постковидная депрессия. Постковидная депрессия. То есть это упадок сил, это тревога, это вечный негатив. Эндорфин понижает уровень кортизола. Когда мы смеемся, вырабатывается иммуноглобулин, антитела, которые укрепляют иммунитет. Когда мы активно смеемся, работает активно сердечно-сосудистая система. Сердце начинает активно работать. Калифорнийский университет проводил исследование, и 15 минут смеха – это как час на гребном тренажере, показывали испытуемые по килокалориям. У нас люди за час смеха скидывают по 2 килограмма. То есть это очень мощная кардионагрузка. Пульс доходит до 145 ударов. Да, это 125, это жиросжигание, если вы знаете. 80 групп мышц включается. Это омоложение кожи лица, кстати, девочки. Потому что и это естественный фейсбилдинг. И как это сделать? И все спрашивают, нам сложно смеяться. Мы не можем смеяться, Митя. Что нам сделать? Как нам научиться смеяться? Друзья, есть 5 правил смеха.
Первое правило. Для того, чтобы вам легко можно было смеяться, вам нужна всего одна буква А. Пропиваем букву А и переходим на кашель. Примерно давайте сделаем так. И двергами. То есть для того, чтобы смеяться легко и сколько угодно, я сел эксперимент, час просмеялся легко. Просто стартуйте с буквы А. Второе правило. Широко открытый рот. Потому что здесь мы себя сдерживаем. И работает только верхняя часть легких. Когда вы широко открываете рот, смех сразу становится заразительным и включается нижняя часть диафрагмы. Примерно вот так. Окей? Широко открывайте рот. Третье правило, очень важное. Громко. Громко почему? Потому что психологи говорят, надо уметь прокричаться. Ничего подобного. Надо уметь просмеяться. То есть трансформировать одну эмоцию в другую. Вспоминаем мультик «Головоломка», да? Если стоит гнев, просто надо ему сказать, нет, посмотри на эту ситуацию под другим углом. Давай ее просмеем. Да? И поэтому старайтесь громко смеяться. Тогда все эмоции негативные будут уходить. Четвертое правило. Выдыхайте до конца. Это правило очень важное. Почему? Потому что, во-первых, происходит циркуляция кислорода в организме. Терапевтическое значение имеет. Во-вторых, смех становится заразительным. В-третьих, когда у вас выдох длиннее, чем вдох, кислород не поступает в мозг. Мозг начинает бить тревогу. Ему не хватает кислорода, и он начинает снимать напряжение с помощью эндорфина. Эндорфин начинает мощно вырабатываться. Поэтому, вот покажу вам, смотрите. Можно смеяться на 4 счета, на 4 буквы А. Примерно так. Не смешно. Можно на 8. Ну тоже не смешно. На 12. А можно на 20 и больше. Вдох. Да, что происходит? Диафрагма сжимается, весь накопившийся воздух уходит, на его место приходит новый. Вы сделаете 4 подхода такого смеха, и вы удивитесь, как у вас закружится аж голова. У вас такое пьяное состояние. Почему? Потому что обогащение организма кислородом. Мозг на 30% лучше работает благодаря этому. И вы начинаете чувствовать себя легче. И пятое правило очень важное. Выключайте голову. Горе от ума. Включайте тело. Поэтому есть и физические нагрузки, поэтому есть трудотерапия и так далее. Когда глаза боятся, руки делают. Глаза – это мозг, это ум, это то, что не получится, не могу. Но руки берут и делают. И поэтому йога-смеха и существует, что мы смеемся от тела, а не от головы. Как говорит основатель йоги-смеха Мадан Катария, он говорит так, мы смеемся не потому, что мы счастливы, а мы счастливы, потому что каждый день смеемся. То есть причин смеяться в вашей жизни мало, но если вы начнете смеяться от тела просто так, как упражнение, то ваша жизнь начнет меняться. Начнет поступать кислород и начнут поступать гормоны радости, которые будут понижать уровень кортизола. Поймите, что все, что с вами происходит, это просто гормональный фон. Это просто какие гормоны в вашем организме существуют. И это можно натренировать. Радость можно натренировать. Сделаем такое упражнение. Давайте визуализируем. Мы собираем все свои проблемы. Визуализируйте. Мозг в это верит. Так же, как верит в Хатика, когда смотрит кино. Поэтому вы плачете. Мы собираем все свои проблемы. Мы их поднимаем на вдох. Напрягаем руки, прям напрягаем. И потом с силой кидаем их вниз и смеемся на букву А, широко открывая рот. В
вы делаете как можно громче. Прям подпрыгивайте, кидайте, прыгайте. Вот я сделал всего 3-4 выдоха, 3-4 смеха, и прям чувствую, какая энергия. Присоединяйтесь к нашему движению радости, к нашему движению хохотунов. И я обещаю, что ваша жизнь изменится тоже, и все в вашей жизни будет хорошо. С вами был Митя Ефимов. Обнимаю, смейтесь. Увидимся.